в мире, где ты не знаешь, что будет завтра или через месяц, через год, тем более в нашем спорте, ты можешь получить травму и завершить карьеру. Но я очень надеюсь, что Бог мне даст еще несколько лет выступлений без травм, и, как я уже говорил, я буду драться, пока я могу драться. Я довольно сложный человек и в плане общения, и в плане мышления. И со мной может быть не так легко ужиться, тем более, когда готовлюсь куда-то к боям. Я очень благодарен тем людям, которые, можно сказать, меня терпят.